Нет, чтобы было монитор на стене, вот так, да, что не мешало. Вы можете выбрать что-то? Чё? Ну, давай. Ну, вроде. А можно сюда вообще поставить? А можно сюда? Извини, можете сюда? Вот мои варианты, это видимо, просто свезло, так свезло. Я бы сказал, что они будут, берут билет, садятся и без меня готовятся. Без меня берут, без меня готовятся. Да вы на автобусе, кстати, будете смотреть. Ты знаешь, что все равно не задумываются. А можно другой? Я говорю, да, можно другой, второй вариант, пожалуйста. Ну что-нибудь, да, если Я не знаю, что еще будет, что туда за 10 часов.
Це цитація 8 часов і 8 годин інженера. А вы не хотите здесь что-то сказать? А, нет, ну, во-первых, так, ну что, все, слава Богу. Ну что, с Богом, давайте. Здравствуйте, меня зовут Семен Щербинин, и тема моей работы – это медицинные сверхходящие фазы. Как все остальное формализм? Прошли вот так позвонок. Так, я не помню, честно говоря, когда вас оставили. Основные цели работы – это, соответственно, исследование сверхходящей фазы отделения препарата, а также численное моделирование сверхходящих систем напряжения внутренних эпизодов и исследование влияния параметров моделей и размеров решетки на свойства системы. Ну вот на слайде приведены вот пара примеров вот, сверхходящих аппаратов. Какие здесь может быть основные свойства? Во-первых, всем температурным сверхмужикам, основных аппаратов, они содержат один общий элемент. Это вот плоскости Купер-Бо. Ну и, соответственно, разумно вот, искать само явление сверхрудимости с данными плоскостями. И вторая вот, главная особенность, которую нужно увидеть, сама сверхрудимость возникает не в чистых соединениях, а только в условии, вот, например, лампы 4 при замещении лампы в эквивалентной комиссии. Кстати, это на самом плоскости УМО происходит перекос термотелевых дыр. И самая основная проблема – это описать динамику движения частиц в данных плоскостях. При движении электронных дырок внутри данных по решетке состояние таких вот кластеров КУПМО-4 может проявлять три таких значения. 5-6, минус и 7-. Суть вот, нашего курса заключается в том, что каждому из этих трех состояний мы присваиваем три проекции псевдоскрин единицы. И в результате этого всю динамику движения частиц этого решетки можно уже описывать на формальном стрельном языке. Можно записать следующие три динамики для данной системы. Первое, слагаем у нас, можно создать основной узел энергии. Второе, слагаем такое псевдомагнитное поле. Потом взаимодействуем на узле. И самое главное, это последнее слагаемое. Оно обеспечивает изменение проекции спина на узлах на койку. То есть оно соответствует двухчастичному транспорту. Купом 3 плюс, где плюс было, стало 1 плюс 3 плюс. Строго говоря, у нас 7 нужно утвердить. И одночастичный транспорт. Перенастройка для электронов. В данном положении вот это самое стройкует двухчастичный транспорт. Рассматривая движение двух дырок решетки,
системе бегает один базон. А система состоит из хард-поп-базонов. И уже данная система была исследована, уже была исследована ранее, и для нее была получена следующая фазовая диаграмма. Здесь у нас упорядоченная фаза, и здесь неупорядоченная. Здесь у нас возникает, есть фаза сверхтекущего состояния бозонов. Само моделирование нашей системы, как я говорил, с помощью квантового метода Монте-Карло. Траектория метода определенного времени. Самое его положение. Это введение осеннего времени через температуру, во-первых. И, во-вторых, разделение самого времени на диагональную часть и не диагональную. Такое разделение позволяет записать сумму в таком виде. Было H, было H0. И вот еще некоторые матрицы сигма. Для этой матрицы мы можем записать уравнение, решение которого будет следующий ряд. Вот. И диагональное обычное время, время и энергия перехода. Это основные вот характеристики данной системы. С помощью данных параметров мы можем описать эволюцию системы. На примере вот одномерный решет. Возможно, такая конфигурация с течением длинного времени. Начальное состояние, при этом все узлов начали, и функции должны совпадать. И вот в квантовом Монте-Карло мы перебираемся все данные конфигурации. Описание сверхпроводящей фазы крутилось с помощью вот величины. Фазу, мы писали величину, называли сигму. Ну, температуру, которую я дал, перенос. И вот здесь есть как вот это называется вагинам. При наличии величественных условий в системе у нас может подвигаться частицы при счете вместе. И вот возможно вот, согласованное вот, движение частиц в системе. При этом начале состояние совпадает с конечным. Для такой конфигурации вадин нам будет равно единице. Вот здесь пересечения не было, и вадин нам равно нулю. Ну, такой вот с помощью статистики от вадин нам мы характеризовали вот, сопроводящее состояние. Ну вот, соответственно, получен следующий вот, результат. Для температуры вот, 0,2. Вот кусок двухфазовой диаграммы вот, для системы хард-поп-базонов. Температура поля и вот сама сопровождающая фаза. Ну, видно то, что вот, у нас также возникает. В общем, наблюдается вот, довольно хорошее соответствие. Ну вот температура поля 0,2, вот, и поле 1,8. Вот он случился сигнал. Причем вот важно еще отметить, что я решет 8,8 и 3,2 для данной температуры результат у нас совпадает. Близки. То же самое для более высоких температур, то есть вот здесь лежит. Тоже хорошее совпадение наблюдается. Наблюдаемся проводимость. И тоже совпадение вот, по решетке идет. Это уже результат при температуре вот, Т0,6. В работе вот, для хард-поп-базонов при данных температурах мы нашли данные вот, предыдущих по температуре мы беспроводимости не наблюдалось. А тем не менее у нас вот все-таки возникает какая-то вот стипность.
здесь вот следующее важное отличие, то, что тьюты, влияние решетки возрастает. Вот 8,8, и здесь уже вот, для большей решетки оно падает. Проводишь ты в диапазоне, там была серая решетка 96 на 96. Вот в целом можно все открыть, то, что для реальной системы для очень хорошо возможности возможно полное падение вот, с отрудимости. Ну, здесь показаны вот, результаты ну, того же самого вот, стифнеса при различных параметрах дельта. Вот новый параметр вот, в нашей модели. Для бозонов дельта была поднялась минус единиц. Минус бесконечность. У нас она была конечна. При отрицательных дельта различные отрицательные дельта сильно сказались на результат. То есть вот здесь у нас для 10 аналогично будет 50 у всех отрицательных. Основные различия начинаются вот, с истории положительных дельта. И почему-то важно, что уже при значениях дельта 5 фаза полностью подавляется. Вот, все основные результаты. Вот такие уже свои выводы. Вот в ходе моделирования квантового Монте-Карло вот, мы действительно там модельном аппарате наблюдали сверхпроводящую фазу. И результаты хорошо согласуются с предыдущим вот, работой вот, Шмидта вот, некоторые интервалы температуры. При небольших температурах вот, влияние решетки оказывается минимальным. Основное значение появляется уже при больших решетках, при больших решетках. Малых температур. При больших температурах влияние радиационной решетки оказывается довольно существенным. И последний результат, то что конечное отрицательное значение дельта не оказывает особого влияния на поведение системы. Основные различия возникают только уже при положительных значениях. Только полного исчезновения сверхпроводимости. Все, у вас, да? Да, все. Так, пожалуйста, вопросы. А вот у вас там конечная система, что считалось тем условием возобновления сверхпроводимости, там, возобновления сверхпроводимости? Критерии такого. Значит, нет, конечно. Ну вот, основная вот, мы рассматриваем вот, данную величину, и критерии за не нужны значения вызывали нам. Ну, здесь вот, видно, то, что ну, такую форму можно получить чисто энергетически, то точно. Но здесь тоже вот, можно заметить то, что наблюдается вот, ситуационное движение вот, всех частиц. То есть вот они проводят на одних узлах, и из машин периодических вечных условий возник такой сдвиг. Для него бы один надо, все частицы переходят, возвращаются в исходную узлу. То есть там не будет еще периодически меньше, но и фактически, когда смотришь, бесконечно еще. Так, пожалуйста, еще вопросы. Нет вопросов, но я думаю, что вот на предзащите другие вопросы снимались вообще. Давайте еще один записать. Да, еще вам, да, еще один вопрос. Ну, у меня вот тогда будет такой вопрос, Женя. Вот. Вы как-то сказали, что при малых решетках у вас там не совпадает, да, со Шмидтом? Вот. Я думаю, что надо было бы мне еще сказать, что расчет на малых решетках зато позволяет эффект локальной сверхпроводимости выяснить. То есть не глобальный, а локальный, когда для корреляции у вас сравнимы с размером решетки. Скажем, там 8 на 8, традиционная длина, 8 на 8 решетки. То есть глобальной сверхпроводимости не будет, а ваш результат будет показывать эффект как будто глобальный сверхпроводимость за счет периодически ограниченных условий. То есть вы ухватываете
локальный эффект. Вот за счет периодичных граничных условий вы его делаете глобальным. Но увеличивая параметры решетки, вы в конце концов вот, перед не параметр, а число узлов, то есть решетку, вы фактически придете к результату, что не так, ваши результаты не показывают. Хорошо бы еще дальше перевести, скажем, для решетки 64 на 64, там у вас получается, что между шлидом и вашим 32-32, все-таки там просвет большой. Если нет вопросов, тогда Юрий Демьянович, я вам говорю слово. Была поставлена задача исследования как раз такого сверхтекучего состояния, то есть системы, и тренер справился и с тем, что разобрался с моделью, разобрался с методом, которым проводились расчеты, ну, проявил самостоятельность при рассмотрении этих вопросов. В целом работа написана у него очень зрело, и оценка отличная. Ну, я могу добавить, что на самом деле, конечно, огромный просто объем времени очень большой здесь связан с изучением квантовых декартов, то есть техника не очень простая, и она вообще говорит, требует, конечно, преодоления некоторого психологического, в том числе барьера определенного. Конечно, здесь вот это как бы осталось таким скрытым, ну, разделать, все равно есть, вернее, осталось как вот и есть. Вот. Но это все-таки как бы методика, но за этой методикой, конечно, большой объем, то есть большой труд. И я зачитаю рецензию, значит, рецензия старшего сотрудника института физики металла, кандидата наук Игишева, Алексеевича, работа посвящена теоретическим исследованиям формирования проводимости, только свету проводника, примерность актуальна, представляет значительный интерес. Проблема до сих пор не решена, потому что простые приближения, такие как теория среднего поля или приближение спинного поля, неприменимы с тезисами коррелированных соединений. Автором был применен современный метод квантового Монте-Карло с непрерывным временем, полученные результаты в случае предельной диссоциации класса УПР-4, детальная зависимость плотности от проводящей компоненты, зависимость от ряда параметров модели согласуется с результатами предшественников. Представленные выводы могут пролить свет на загадку формирования проводимости в Купрадах. Имеет следующее замечание. Неудачный подбор библиографических ссылок, скажем, полная работа Королёва, неизвестна широкому кругу исследователей. Отсутствие сопоставления параметров модели с экспериментальными данными, используя английские обозначения физических величин даже в тех случаях, когда можно подавать русские аналоги, например, здесь stiffness, binding number. Впрочем, можно надеяться, что в дальнейшем автор исправит имеющиеся недоработки. Оценивая квалификационную работу, можно пожелать автору продолжить начатое исследование, применяя разработанные модели и методы, исследуя физические свойства реальных соединений и голосования. Представленная работа считает, что и автор Евгений Васильевич заслужит присвоения квалификации бакалавра, а работа заслужит оценки отлично. Чего спасибо, Женя. Так, дом на следующий. Полина Абдельдана. У нас это две работы связанные друг с другом одной целью. И исследование влияния размера решетки на фазовую диаграмму.
рассмотрим структуру основных веществ, в которых реализуется фотоизотоп. Ну, как упоминалось ранее, они состоят из углеводородных оксидов, которые слабо взаимодействуют между собой. Данные плоскости разделены другими атомами, то есть, например, гидрил, данный парень. И заменяя эти атомы на атомы другой валентности, мы можем влиять на сверхпроводящие свойства кубка. Также в большинстве существующих моделей предполагается, что перенос заряда вот в этих плоскостях ответственен за явление ВТСП, а неплоскостные атомы создают оптимальные для этого условия. В данной работе зарядовое состояние кластера Куперова-4 в плоскости Куперова-2 проводилось в рамках псевдоспинного формализма с S равным 2. Проекции псевдоспина сопоставлялись определенным зарядовым состоянием по следующему правилу. Как тут отмечено. Тогда кремодинамическая система включает в себя потенциальную энергию взаимодействия кластера. Она включает в себя, в свою очередь, одноионная энтропия, псевдомагнитное поле, которое в частности изменяется при неизвалентном излучении, ковалентное взаимодействие, обычно клоновское, а также кинетическая часть кремодинамика, которая включает в себя различные типы транспорта, одночастичный и двухчастичный. Теперь рассмотрим данный кремодинамик при движении дельта, стремящемся к бесконечности. Тогда слагаемые с одночастичным транспортом можно ими можно, их вообще нужно выкинуть, потому что при одночастичном транспорте обязательно участвует фаза с проекцией псевдоспина равной нулю, то есть типа М0. В предельном случае выгодно в системе остается лишь фаза М плюс минус. И делая такие предположения, рассмотрим уже вот этот комбинат. Также вот я уже говорил о том, что при дельте, стремящемся к минус бесконечности, выгодна фаза n плюс минус, то есть состояние на разных узлах отличается как бы на некоторый бозон, на электронную или дырочную пару. И тогда можем ввести оператор рождения и уничтожения бозона по следующим правилам и перейдем к Ньютониану Хаббарда для базы системы. Это как раз и есть Ньютониан системы локальных бозонов. Ну, они так называются, потому что они подчиняются смешанной статистике. То есть для них фактически выполняется принцип Паули. На одном узле не может находиться более одного бозона. Результаты в данной работе были получены с помощью квантового метода Монте-Карло, траекторный метод неуклонного времени. В нем гамильтониан развивается на диагональ и недиагональное участие. А сам метод основывается на выражении для размножения суммы в некотором аналоге представления взаимодействия, которое отличается, собственно, от представления взаимодействия введением мнимого времени по следующему правилу и введением аналога S-матрицы в сигма-матрицы. Ряд для нее имеет следующий вид. И выкинуть члены из этого ряда мы как бы формально не можем. И для этого, собственно, рассматривается процесс Монте-Карло. Вообще любой метод Монте-Карло предполагает процесс случайного возбуждения в пространстве состояний какой-либо системы. Но в нашем случае состояние определяется так называемыми кинками, временами перехода, энергиями перехода. Также замечу, что недиагональная часть кинетиниана в нашем случае содержит только операторы повышения или понижения спина. И тогда кинки – это есть просто маточный элемент перехода, это соответствующие мнимые времена перехода и энергии перехода. А фазовое пространство есть просто совокупность узлов, частицы на них, и мы смотрим, как, как эта система развивается в ходе течения мнимого времени. В данной работе изучалась стройность фазовой диаграммы, уже полученная вот в данной работе. Здесь приведены две одинаковые фазовые диаграммы, просто в разных координатах. Здесь отклонение половинного заполнения, а здесь оно моделировалось просто внешним полем и лихим потенциалом. Здесь можно выделить фазы зарядового порядочного области, вот именно этот
разъследованность, неупорядоченность и область всех проводимости. Также можно заметить, что в этой статье изучалась решетка 96-96. Для исследования зарядового порядка мы должны исследовать структурный фактор в точке ПИ зоны Бриллиана. Пик в данной точке и как раз будет свидетельствовать о наличии антиферромагнита шахматного порядка. Перейдем к результатам моделирования. Заметим то, что мы брали конечная отрицательная дельта, когда в работе Шмидта дельта равнялась 0 бесконечности. И даже в этом случае, и в случае малой решетки 16/16, как мы видим, результаты хорошо повторяют данную фазовую диаграмму. Конечно, мы видим, что переход заряда в неупорядоченное состояние достаточно размыт, но это есть просто эффект того, что мы брали маленькую все-таки решетку. Здесь также приведена развертка структурного фактора по зоне Бриллиана. То есть здесь мы видим, что помимо пика, связанного с зарядовым порядком, есть еще дополнительные пики, они связаны просто с тем, что мы вводим периодически граничные условия на нашу систему, вводя тем самым какой-то дополнительный заряд. Перейдем к вопросу влияния размера решетки на фазовую диаграмму. Мы видим, что размер решетки практически не влияет на параметры фазового перехода, а влияет лишь на величину флуктуации вот, в данной области. Мы видим, что в случае больших решеток они, естественно, меньше. Также размер решетки влияет, как следовало ожидать, на резкость перехода, а при увеличении температуры мы наблюдаем температурный эффект, температурное размытие. Теперь отвлечемся от приближения локальных бозонов и будем менять дельту в нашем псевдоспиновом кривотыняне. Мы видим то, что при определенных значениях дельта, порядка 5-10, в системе происходит фазовый переход в зарядовое неупорядоченное состояние. Это связано просто с тем, что при положительных дельтах становится выгодной фаза N0, и она как бы примешивается к фазе N плюс-минус, тем самым нарушая зарядовый порядок. Также на псевдоспиновом языке этот переход значит переход в фазу квантового парамагнетика. Ну, достигнутые цели здесь записаны, не буду их зачитывать, отмечу лишь то, что сверхпроводимость при больших отрицательных дельтах реализуется за счет сверхтекучести жидкости бозона. А с ростом дельта, вот о чем Женя рассказывал, сверхпроводимость вообще подавляется. Это связано, это можно пояснить так, что при положительной дельта электронным электрическим паром, грубо говоря, уже неоткуда взяться, потому что преобладает фаза в N0. Также хотелось сказать пару слов о практической ценности данной работы, которая, наверное, многих интересует. На самом деле, отмечу, что мы провели все-таки модельный расчет, и главная глобальная цель нашей работы – это подтвердить правильность псевдоспинового описания в ТСП правды. И в данной работе мы подтвердили это в частном предельном случае кривотыняна локальных бозонов. И также получили некоторые уникальные результаты, которые уже сами по себе представляют определенную ценность. Все, спасибо за внимание. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Да, да. Вот, Карина, вы сказали, там у вас электронно-дырочная пара, да, как механизм сверхпроводимости, образование электронно-дырочной пары, да? Да. А заряд по ноль, откуда там проводимость берется? Значит, заряд электронных дырочек, правда, сверхпроводимость образуется за счет переноса либо электронной, либо дырочной пары. Вот я говорил о том, что
Вот там есть у нас фаза N плюс-минус, если, допустим, у нас на одном из N плюс, а на соседнем минус, тогда это отличается, ну, на удвоенный заряд электрона. И вот этот есть как бы бозон, и вот цвет проводимости связан с сверхтекучестью вот этой системы бозона. То есть электропроводит не электрон дырочная пара, а разница между электронами и дыркой. Эффективно это как пара. И как бы реально, да, работающий механизм. Да, это интересный прибор, но еще даже со временем. Ну, этого больше не продолжать. Пожалуйста, еще вопрос. Да, два. А имеет два. У меня два. А вот там заряд два привлечения, да. Параметр какой? Можно и больше, чем два. Какой правильно? Вот возникает зарядное привлечение в этих случаях. Параметр. Что за привлечение? Ну, в смысле, какой параметр порядка или нет, величина. У привлечения. Размер. Каких размеров возникает привлечение? Размер в смысле системы? Да. То есть какое у притечения возникает? У притечения возникает шаг-метр, то есть плюс-минус, плюс-минус. С параметром, с размером постоянный счет. Да, да. Так, пожалуйста. Вопрос, ну, скорее такой просто общий. Скажу, что действительно достаточно интересная работа, а вы с этим нигде не выступали, то есть и как-то вы не публиковали еще? Я была на двух конференциях, на одной я выступала устно, но там я представляла другие чужие результаты. Как бы доклад был немного другой, а потом позже я уже получил вот эти результаты. В принципе, действительно, во-первых, вот, как правило, если вот, от слова апробация, вот, оно всегда, мне кажется, очень в плюс, что уже надо работать дорабатывать на конференции. Вот. Ну и в принципе, не знаю, как, вы не думали, может быть, это имеет смысл куда-то отправить или опубликовать? Если мы поедем взять и вот так вот оставим. К сожалению, есть куча проблем, которыми вы тоже, кстати, в любом отношении имеете. Я каждый раз кирпичи трогаю, то всегда. Я этим нужно вот здесь держал, так, чтобы утечку мозгов так прямо как бы прекратить. Нет больше вопросов. Тогда я как руководитель скажу, ну, во-первых, эта работа, она всегда с предыдущей, с предыдущей движением, если соприкасается, там просто разные как бы параметры порядка рассматривались, там сверхтекучий здесь порядок, зарядовый порядок. Вот, действительно, в этих системах развиваются два порядка, да и не только два, в этой модели только два, на самом деле еще больше, там обычные спинные, магнитные порядки и так далее. Система числов, поэтому здесь как бы мы рассматриваем эту систему по частям. И Полина очень много работала, опять же, команда имеет Монте-Карло, это очень непростая вещь, это не приемы, это семинары, в общем, это не сразу все, что Москва здесь строилась, это Петербург, не смогу, потому что получили на Узе действительно интересные результаты, действительно, надо и будем публиковать их, и сам, независимо от того, как текут, ее оценки, как текут, да. Тщательно же оценил работу на отлично. Я считаю, что действительно работу, по идее, надо было продолжать. Теперь по отзыв рецензента. Так, где у нас отзыв рецензента? Это тоже старший сотрудник, если без инвентарных, то есть общение шампинатов. Но здесь, в общем, я танцовку только. В работе автора вышло далеко за пределы простых средних полевых методов, были использованы самые современные методы фантерии многих тел, методы карма, полученные результаты согласуются с результатами предшественников, что после указывания истины, опять же, замечаний, лишь незначительно умаляющих ценность работы, можно перечислить следующее. Не стало попытки сопоставить полученные результаты с экспериментальным
полученными, даже правильных моделей, не говоря уже о результатах. Знаете, чего работа придает несколько формальный характер? Ведь они куда не ближе с оформлением подписи к рисунку. Оценивая работы в целом, может пожелать автор продолжить там, через лет время, применяя разработанные модели и методы. Ну а на основании работы считаю, что автор заслужит освоение квалификации бакалавра, а работа заслужит оценки отличную. Ну вот, кстати, замечательный были предыдущими тоже отзывы, Жень. И хороший тон – это отвечать на замечания, вот, отзывы. Понятно, поэтому вам слово. Два замечательных, я думаю, еще раз. Да, вот по поводу того, что не принималось представление с экспериментальными данными, я вот в конце хотел об этом сказать, что все-таки интерес в том, чтобы вот именно модель на счет провести, а на самом деле, вот, насколько я знаю, вот таких систем, где бы именно такие локальные зоны были, их как бы и нету. Только разве что можно провести эксперимент на оптический решет, вот, о котором вы говорили, вот только там. Вот Петр Алексеевич Мензов тоже бы это сказал, что запускается эксперимент. Ну а еще не бережете оформление подписи к рисунку? Ну, я их справил, но вот решил написать, чтобы вы все знали. Да. Ну и тогда, Полина, тогда можно спокойно сказать, что ну вот с замечанием всем нас вот этого задача. Я просто добавлю, что действительно, на самом деле, вот напрямую эта модель напрямую относится, конечно, не к сверхпроводникам, не к куратам, а скорее то, что называют вот, модель Базахаммана. А реализация экспериментальной, этой модели сегодня является, конечно, вот это конденсированные атомы, и называют еще ультрахолодные атомы в оптических решетках. Вот с помощью этой конденсации атомов в оптических решетках можно фактически реализовать сегодня экспериментально систему, которую теоретик может себе так в голове представить. Или даже и представить не может, а реализовать можно сегодня. Хотя там, конечно, специфики очень много, вот. Но тем не менее сегодня именно вот это направление, ультрахолодные атомы, оптические решетки считается одним из таких передовых горячих направлений в теории пенсионной стороны. Все, спасибо. Так, идем дальше. Кто был следующий? Давайте, Игорь. Чатами тут ничего особенного. У меня есть конфедерация, если распечатан, тут ничего особенного. Мне просто говорили на защите или где-то, что иногда печатают. Да, давайте. Там, вы начинаете, я сделаю все, я за вас делаю. Это хорошо. Да, работа есть, пожалуйста, если кто хочет посмотреть, все, работа есть, так что давайте. Давайте, до вас. Добрый день, меня зовут Ермак Кокуля, так называется моя работа. Мы выполняли модельные расчеты в рамках динамической теории среднего поля для модели Паппорта. Для определенного вида решетки, простой кубической, забегаем вперед. И задача была повторить некоторые модельные расчеты, выполненные уже другими группами, но немного в другом виде, и применить их к задаче исследования магнитоколорического эффекта. Ну, сначала с магнитоколорическим эффектом все довольно прозрачно, это просто эффект изменение скачка обратного энтропии либо температуры магнитика при, ну, либо диалогическом, при изменении магнитного поля, соответственно, скачок энтропии при изотермическом, при изотермическом изменении магнитного поля, вот там, скачок энтропии. Для ферромагнетиков, где наблюдается фазовый переход второго рода, вот простые формулы, рассчитывается скачок энтропии довольно просто. Тут видно то, что вот эта производная точки ТЦ в
точки Кюри, как мы знаем, она на самом деле, как известно, имеет особенность. В работе мы показали то, что она интегрируема, на самом деле, в приближении среднего поля. А магнетизм Хаббардовский в теории динамического среднего поля, как было показано в некоторых работах, это Минфилдовский магнетизм. Вот, собственно, понятно то, что рассчитать пучок энтропии, ну, труда особого не представляет, наверное, на магнитных картах функцию температуры поля. Что мы, собственно, и делали, и для чего, собственно, и нужна нам динамическая теория среднего поля. Наша система — это простая кубическая решетка и описываемая гамильтонианом Хаббарда с вот такими вот параметрами. Мы брали разные величины колонн-круговых взаимодействия, одна из идей была посмотреть, как скачок энтропии меняется вот именно параметры величины колонн-круговых взаимодействия, чтобы внутри уже менялось на узле. Вот. Вот, например, результаты, полученные Мартина Мунке. Еще некоторые группы получали похожие результаты, но линия плохо видна, но это, как видно, диаграмма фазовая, соединение. Здесь на самом деле решетка другая, как сети. Вот. Но видно то, что в модели Хаббарда здесь все-таки есть ферромагнитная фаза, ну, соответственно, парамагнитная, и при других заполнениях антиферромагнитная. Для этой же решетки FCC умники получали вот такие кривые намагниченности, которые, в общем-то, ну, тут никак не показать, но на самом деле они вблизи ТЦ, здесь характер поведения на магничности, он как бы такой же, как в теории среднего поля обычный, ну, в обычном Минфилде. Так, про DMFT еще немного. То есть мы здесь приведем алгоритм самосогласованного DMFT расчета, сама основное приближение метода теории динамического среднего поля состоит в приближении бесконечных отмерных пространств. То есть у нас есть узел, у него есть какое-то количество соседей, пока что первых пускай. И мы посмотрим на двумерную, допустим, решетку, есть там 4 соседа, на трехмерную там уже 8. Таким образом, увеличивая, повышая двумерность пространства, мы получаем некоторый резервуар, или так называемый электронный резервуар, в котором у нас находится узел. То есть, и вот этот резервуар, он и играет роль динамического поля. Потому что, в общем-то, он обеспечивает гибридизацию. Это основное приближение. Тоже основное, что было показано, то в работах, пионерских работах по ДМФТ, это работы Вольфрата, Котляра, было показано то, что такую задачу можно, то, что вот эта вот задача при рассмотрении модели Хаббарда в пределе бесконечной размерности пространства, это на самом деле задача принести. Сводится это и есть задача решения однопримесной модели Андерсона, которая вообще может быть решена довольно просто в некоторых ситуациях, и самое главное, точно. Вот. Здесь алгоритм расчета, тут, в общем, говорить особо нечего, можно посмотреть его в работе более подробно, с теми выкладками и формулами. Вот. Что касается наших результатов. Вот такие кривые намагниченности мы получили для различных значений колонского взаимодействия на узле.
Как я уже сказал, у нас решетка немного другая, но отсюда видно то, что характер у них, в принципе, такой же, как у... как в работе, на которую, например, я ссылаюсь в презентации. Дальше мы рассчитали, собственно, скачки энтропии, ради чего все это затевалось для разных значений U. Вот. Такие они получили. В безразмерных единицах тут, наверное, ничего это никому не скажет. Вот здесь приведены так называемые удобные для эксперимента единицы, которые как бы, можно просто померить. Они получились примерно в 70-100 раз меньше, чем наблюдается в существующих на самом деле соединениях. Вот рекордсмен по магнитокалорическому эффекту это есть такое соединение гадолиния, в котором он наблюдается порядка десяток вот этих джойнов магнитокалорических. И ну, мы получили то, что мы получили величины вот такие вот, они раз в 70 меньше получаются. Ну, но это не основной вывод работы, а основной вывод в том, что, как мы можем видеть, здесь у нас скачок растет в зависимости от U. Из чего можно сделать предположение, что магнитокалорический эффект, наибольший скачок с магнитокалорическим эффектом можно пронаблюдать в более коррелированных системах. В принципе, экспериментальным на данный момент данным имеющимся это как бы не противоречит, а просто в каком-то смысле соответствует, что рекордсмены по магнитокалорическому эффекту это у нас как раз соединение низких различных земельных металлов. Да. Ну, заключение тут можно не читать. Заключение таково, что мы повторили уже имеющиеся результаты, провели такие же ДМФТ-расчеты и получили вот по сути уникальный результат, что получили вот эти скачки и посчитали для такой модели. Ну, все, да? Да. Спасибо. Так, пожалуйста, вопросы. Вот эти выводы, которые вы получили, они не соответствуют тому, что в среднем конце? Да, соответствует. То есть, ну, в работе Бучука Горького, ссылка у меня есть, там показано было то, что для Хаббарда, для модели Хаббарда, магнетизм, он как раз как бы минфилдовский именно. Тут на самом деле надо сделать некоторые оговорки, но вот так. Ну, у нас получилось, что соответствует. Мы считаем, что как-то. Как модель Андерсона решает? Как мы решаем модель Андерсона? Ну. Это алгоритм, да не надо говорить. Вводится вот функция крайне эффективной среды, которую мы вычисляем. Как она вычисляется? Она вычисляется при помощи, ну, да, вопрос хороший, я ничего не сказал, потому что про энерджи. Она вычисляется при помощи так называемого метода численной ремарк группы энерджи. Там у нас, по сути, возникает, ну, вот эта функция Рина, возникает необходимость вычислить гауссов интеграл, это называется, по Гроссманным числам, который численно берется именно из энерджи, это как бы такой черный ящик, то есть на входе у нас есть гауссов интеграл, на выходе у нас. То есть вы готовы к программе? Да, готовы. Там у нас сами не разыграли, так вот.
Сами NRG, по-моему, ну, на флоп-артере никто не разбирал. Ну, в смысле, как на входе и выходе работает, я знаю. Сам алгоритм, он довольно сложный. Спасибо. У меня еще маленький вопросик. Вот вы говорили RCC, RCC это что? FCC. FCC. А, FCC. Тогда понятно. То есть это что такое FCC? Ну, там 12 вообще. Ну хорошо, как FCC это переводится? Это... Мы крайне центрируем. О, вы знаете, что это не так? Вот, крайне центрируем. Кубический. FCC. Фейсайдер кубик. Нет больше вопросов. Я тогда зачитаю отзывы. Отзывы на уши руководителя. Перед Ермаковым была поставлена задача ознакомиться с магнитно-экологическим эффектом, с его динамикой, с моделью Крамбарда и возможностью решения в рамках теории МФТ, а также изучить уже полученный в рамках МФТ результат, исследовать активизированный гармонитизм. Это как-то так. Значит, задача была и провести расчет на магнитчивости в рамках МФТ. В частности, в работе показано, что с ростом величины Кулоновского взаимодействия величина скачка энтропии возрастает. Все необходимые расчеты, я уже провел самостоятельно, с использованием имеющихся программных решений для этого уравнения. Также он изучил и освоил все предложенные по данной тематике материалы. Однако Ермаков работал нерегулярно, а также весьма приятно стать неусыпным уравнением результатов и составлением классификации. В целом, данная работа удовлетворяет требования претензий по галактике работы, а Ермаков заслужил оценки хорошо. Рецензент. Главный сотрудник Института электрофизики Медведев Михаил Владимирович. Основной задачей было ознакомиться с магнитно-экологическим эффектом, его термодинамикой, моделью Крамбарда и провести расчеты магнитчивости в рамках ДМФТ для модели Крамбарда и последующего вычисления величины скачка энтропии. С этой целью были проведены модельные ДМФТ расчеты. В целом, данная работа удовлетворяет требования для балансовой работы Ермаков. Можно быть безусловно по данной работе с оценкой хорошо. Вот так не принято делать замечания на отзывы одновременно научного руководителя и рецензента. У меня такое подозрение, что оно правильно, что оно правильно. Подозрение. У меня маленький, хорошо. Это даже не к этому, а у меня маленькое еще замечание. Расчеты пишутся с одним «с» и Михаил же Владимирович, я же знаю прекрасно, он расчет всегда, конечно, одним «с» напишет, а в гостинице два «с» стоит. И «бакалавр» он через «а» пишется. Там через «а» написано. Это уже к вам, видимо. Почему? Ко мне, не я сказал. Ну, кому тогда, Игорь? Ну, там же подписи стоят. Так они что, сговорили, что писать бакалавр через бакалавр? Да я так говорю, ну ладно, я скорее как просто шутка, конечно. Ну, здорово. Шутка. Все, тогда спасибо. Давайте дальше. Кто у нас дальше? Эдуард. Поправки на учет на солдаты в решении о модели Эмили.
задачи были поставлены передо мной следующие. Провести куда ДЛТ расчет намерениями квантовым Монте-Карло методом Хишерфайера при различных величинах поправки на двойной учет и величины кулоновского взаимодействия. Установить зависимость величины частичной перенормировки от величины поправки на двойной учет при разных величинах кулоновского взаимодействия и наоборот, величины кулоновского взаимодействия при различных величинах поправки на двойной учет. И в результате всего этого построить классовую диаграмму для решения моделей в перечисленных переменах. А модели это, по сути, трехзонная модель Хаварда, которая удачно подходит для описания ТСП-кукатов для рассмотрения стандартных таких простодумерных кукурмовых решеток. Схематично изображен, есть как перечисленный, описанный на предзащите был вопрос по поводу того, чем отличается кукольная модель Эмили от простой модели Хаварда. Отличается она тем, что в нашем Гюльдиняне такое выглядит почти как Хавард, только не совсем из-за того, что, во-первых, у нас интегралы перескока, они модель Эмитов, трехзонная модель Хаварда, учитывает у нас три ожидания состояния для наших пешеток на меди 3D состояние и 2PX и 2PY на кислороде. И в геометрияне наши интегралы истоков учитываются диагональные, это с кислородом и кислород, с меди на мид, и недиагональные, это смешанные там, с учетом фазы и так далее. То есть купрума на О. Вот. Но в нашем случае притяжение еще было в том, что мы учитывали локальный кулоновский член только на меди, потому что он имеет наибольший вклад. Мы отбросили все смешанные кулоновские звонить, потому что они там сразу, наверное, где-то на порядок меньше, чем просто на меди. Дальше использовался подход ДНТ для ремиссии среднего поля, потому что стандартный подход тогда приближение локальной плотности очень слабо учитывает корреляции, а ДНТ хорошо подходит для описания, для корректировки этого решения. Точно учитывают локальные корреляции. Суть ДМРТ в том, что мы число соседей стремляем исходить, и наша собственная электрическая часть становится пространственно независимой. Вот. Алгоритм ДМРТ уже выше описан, на нем останавливаться не буду. Собственно, о самой теме, это поправки на двойной счет. У нас слабо учитываются корреляции, но хорошо подходит для описания модельной системы, а ДМФТ нам исправляет этот недосчет, это решение, и учитывает на корреляции. Но в данном случае у нас важный учет учитывается каким-то образом, важный учет с каким-то весом, локальных кулоновского взаимодействия. И для того, чтобы убрать эту проблему, мы вводим функцию Грина в его член соответствующей собственной электрической части поправку на двойной учет кулоновского взаимодействия. Я в работе обучал ДЛЦ. И рассчитывал, смотрел по поведению модели, в качестве модели выбрано было соединение не 1, 2, 3, купрумо 4. Но это просто как модель выбрана была. Взялся из таких меди и смотрелось, как ведет себя
эта модель. При изменении обратно на двойной счет и полностью взаимодействия. Поведение модели оценивалось по знаку частичной переномерки, поскольку переномерки масс, которая вычислялась через производную мнимой собственной физической части по мусуарским частотам. Причем производная давалась по первым двум точкам. Полученные такие вот картинки, дальше будет следующий слайд, в зависимости от практической терминировки, от параметров полностью взаимодействия и по факту на двойной счет. Температура 180 Кельвин. Бета-20 это ТКТ. Она по-другому называется вы? Фундаментальной температурой. Рисунок. Белая часть отвечает отрицательным значением Z. То есть там диэлектрик. Все остальное это металл с какой-то степенью корреляции. Ближе к единице означает, что корреляции слабые. Просто слабо коррелированный металл. И тут заметно, что при уменьшении ЭДЦ и при увеличении У корреляции усиливаются. Эллиптическая область смещается в сторону больших значений U при увеличении поправки на двойной учет. Область эллиптическая начинается где-то с 2 электрон вольт по параметру ETC и Z6,5 для параметра клонского взаимодействия. Тот же самый рисунок, только для температуры гораздо меньше, 290 Кельвин. Тут у нас уже область металлическая увеличивается где-то примерно в 2 раза площади, а также как и диэлектрическая часть существенно увеличивается. Причем в данном случае у нас диэлектрическая фаза начинается уже с нуля, электрон вольт по параметру обратно двойной счет. Ну, также где-то с 6 по вещей полностью взаимодействия. Были построены графики в зависимости от величины Z от величины полностью взаимодействия. Такой довольно физический график, то есть у нас много где перейдет. Тут вроде все в принципе хорошо, кроме вот этих вот пиков, которые я могу объяснить тем, что вот у нас ситуация производная по первым двум точкам, и данных вот значений у нас собственная эллиптическая часть, она переставала уходить в бесконечность и начинала быть конечной, но до сих пор большой, и вот там получалось, что наша производная, она лежит в пределах от 0 до 1, и вот такое у него бесконечное приведение за этой эффективности. В принципе, график достаточно похож на приведенные в статьях Лейша, например. То есть у нас есть какой-то скачок примерно до 0, где у нас электрическая фаза находится, и довольно плавная металлическая часть. Построил также я зависимость классической тренировки от причины поправки на двойной учет. Этот график как бы нов, его никто не строил, он интересен, но он интересен, скорее всего, в последующем, когда уже будет более глубоко исследована, например, эта же модель, только при разных числах заполнения, причинах заполнения. Пока о нем мало что можно сказать, кроме того, что достаточно хорошо отражены фазы диэлектрические, где у нас цех меньше нуля. И вот какое-то пока что загадочное поведение Z меньше нуля. Исключение. Сразу скажу, что в моей задаче не было
введение критерия, потому как водитель на ЕДЦ, а просто проследить в зависимости, как ведет себя модель, выбранная при изменении в ЕДЦ и значении локального полонского взаимодействия. В общем, результаты мы имеем, что был проведен расчет моделями, методом квантового Монте-Карло, обычного пишет. При различных причинах поправки на данный учет. Данные границы и полностью взаимодействия такие границы. В зависимости от получения получены. Фаза диаграмма построена для двух температур. И такой довольно кажется, когда мы показательный собственно, поправки на данный учет, диалектическая область смещается в сторону больше Q, что соответствует направлению корреляции. Все очень. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Скорее не вопрос, а может быть, замечание. Вот можно попросить вас вернуться к вашим положениям? Просто на будущее. Но сейчас, естественно, это нормально, но на будущее. Как вот ваше первое положение, проведен расчет. Вот обычно все-таки считается, что проведен расчет исследованного уравнения, это не является результатом. Является то, что вы получили уже вследствие этого. Вот, поэтому, ну, как бы сейчас на дипломе, на данном уровне это еще нормально, но уже на последующих уровнях просто я вас призываю учесть, что, ну, просто я сошлюсь на специальное письмо образования из Фитбак о том, что исследовал правильный письмо. Не читает, понятно. Вы вообще не читатели. Спасибо из министерства. Было бы достижением для меня. Пожалуйста, еще вопрос. У меня такой вопрос. Так все-таки, что такое ТКТ? Ну, что за вопрос? ТКТ. Ну, вот это, бета я, ну, обозначил бета, может, неудачно. Ну, оно означает тау, это КТ. То есть, даже температуру нужно на постоянную. Я сейчас путал с другой ТКТ. ТКТ, если температура после бета тау, сочетание ТКТ. Вы так сказали, что не послушали. Нет больше вопросов? Мало. Или Геннадий, от себя придется вопрос задавать? У меня есть вопросы, но они после. Ну вот сейчас мы из отзывы как-то справим. Вот, Эдуард, ты видишь, в отзыве есть. Так, если нет вопросов, еще я тогда зачитаю отзыв руководителя Павлова. Наш выпускник, недавний кандидат наук, младший научный сотрудник в лаборатории геофизики, Института геофизики, Павлов, Никита, лучше называть его Никита Сергеевич. Он, я ему несколько раз рассказывал, презентацию, и он не говорил, что... Нет, просто есть некоторые такие вот сочетания, имя отчество, Никита Сергеевич, Леонид Ильич, Владимир Владимирович, которые лучше придерживаться. Лично, конечно, он может обращаться. Да, конечно, он может обращаться. Но все-таки руководитель ваш. Он так рекомендовал, что мне сказал, что знает. А он же сейчас не слушает тут же. Ради бога, Никита Сергеевич. Диплом для работы посвящена, вот видите, он вас называет Якупов Эдуард Олегович. А вы? Посвящена изучению актуальной проблемы физики финансового состояния в области компьютерного моделирования инфраструктуры. А именно следует влияние личной поправки, упомянувшего традиционных эффектов. Модели Эмери. При решении модели Эмери величина поправки на двойной учет обычно подбирается численно, при этом точного критерия подбора величины нет. Лучше понимаем влияние величины поправки. В работе его комплекса того зависит от величины переномировки, квазичастичной переномировки от величины поправки на двойной учет, раз и величины полонского взаимодействия. Данные результаты, полученные в КНД, будут использованы для разработки критерия определения поправки на двойной учет с возможностью публикации. Якупов регулярно был научным средством работы, разобрался в теоретических основах, используя методы быстро освоил необходимые программные пакеты, самостоятельно прошел все вычисления, изучил ряд оригинальных научных работ на данные тематики. Считаю, что он справился с поставленной задачей и заслужил оценки отлично. Рецензия. Но я вот тут не буду читать там актуальность, оригинальность и так далее, ограничусь скорее даже замечаниями. Используя методы достаточно сложные, требует определенных навыков владения ими. Видно, что автор достаточно хорошо разобрался в них.
сожалению, работа изобилует небрежностями, стилистическими неточностями. Например, введение, написанное достаточно пространно, не связано с общей постановкой задачи. Раздел 1.2, где приводится описание подхода к ДБФТ, написано достаточно поверхностно. При описании алгоритмов часто отсутствует пояснение индексов и так далее. Далее. Вопрос о введении поправки на двойной учет полосовых взаимодействий в форме хим потенциал, увеличил от индекса обретания, требует серьезного основания. Второе. Одно из вычисляемых величин является перенаброска эффективной массы формулы 2.5. В формуле указана мнимая часть собственной энергетической части, хотя должна стать реальная, может быть, это отпечатка. По ее поведению автор делает вывод о усилении корреляции, рост массы и определении электрической фазы. При этом не указаны критерии ее возникновения. Может быть, это знак перенаправки. Третье. Функция Грина 1.18 вычисляется с помощью парного метода Монте-Карло. При этом описываем процедуру, использующую алгоритм Метрополиса для вспомогательных изнутрических полей, повторяя классический метод Монте-Карло, в чем заключается вот эта квантовость. Общая оценка работы, считая, что работа содержит бинарные интересные результаты, использованные методы достаточно сложны и связаны с высокого уровня следа, однако оно изобилует небрежностями и неточностями, снижающими общее впечатление от работы. Считаю, что работа заслуживает оценки хорошо. Вот я так смотрел на двух страниц, которые стоящие отзывы. Когда дошел до того, а кто же автор даст отзывы, так, это Александр Сергеевич Овчинников. Вот он не пожалел времени, потому что, как вы поняли, очень детально эта работа была. И посмотрена, работана, я бы сказал, даже. Так, пожалуйста, ответы на вопросы. Первый вопрос по поводу правомерности введения поправки на двойной учет. Вот, на самом деле, на него я пока ответить не могу, потому что это более глубокий вопрос, и он... Это нужно случайно выйти, мне уже ответить. Да, Никита Сергеевич тоже не смог ответить. Но он тут здесь не был, да. Вот, по поводу второго, это чтение деномировки. У нас была функция Грина переведена в K-пространство, и, собственно, химическая часть вычислялась через производную мнимой собственной химической части по максимальным частотам, по мнимым частотам. Вот. Это не отчетка, это мы просто перешли в K-пространство. А в чем заключается квантовость Монте-Карло? Квантовость Монте-Карло пользовался физическими методами. В принципе, все по классике идет, но значит, в классике вероятность перехода и состояние состояния вычисляется через отношение экспонентов. В данной работе вероятность перехода вычисляется через отношение определителей матриц M, которые являются матрицами пространства минимумных индексов. Что за этим стоит, вот на самом деле какие-то глубокие интегралы и матрицы, которые описаны так, что в работе, там указан в работе моей указаны источники, куда можно узнать, тут берутся эти матрицы. Два раза интегралы бывают обратные, обратные, глубокие интегралы, то что видите? В глубокий смысле. Сложные. В смысле сложные, да, для меня. Все у вас, да? Замечаний нет, пожалуйста. Все у вас. Да. Эдуард, спасибо. Так, кто у нас следующий? Так, Борис. Борис Латаш, и я представляю свою работу «Экспериментальные эффекты в моделях гравитации с инфрафактными дополнительными измерениями», выполненные под руководством Алексея Станислава Олеговича. Итак, как известно, на данный момент есть общая теория относительности, которая является стандартной моделью гравитации, описывающей гравитационные эффекты на разных масштабах.
Но есть эффекты темной материи, темной энергии, указывающие на то, что ее можно дополнить так, чтобы она хорошо описывала эти эффекты. Мы рассматривали одну из моделей гравитации, модель Раскол-Сандбург-2. Это модель с некомпактными дополнительными измерениями. В ней пространство-время считается пятимерным, а вся материя жестко фиксируется на трехмерной поверхности. В ней мы рассматривали эффекты испарения черных дыр и орбитальные эффекты, и возможность с помощью них отличить данную модель от общей теории относительности. Начнем с эффектов испарения. Хокингом в 1975 году было установлено, что черная дыра будет излучать частицы с вот таким вот распределением. Она излучает и бозоны, и фермионы. Это распределение Ферми или Бозе в качестве температуры выступает величина, зависящая от поверхностной гравитации, то есть от геометрической характеристики черной дыры. Нами был рассмотрен метод, альтернативный методу Хокинга, который позволяет получить температуру черной дыры. Это метод Шанкерана-Райанана, Падманабхана и Шривасана. Опубликованный в Physical Letters в 1999 году. Он использует следующие предложения. Мы пренебрегаем массой и спином излучаемых частиц. Мы можем это сделать, потому что температура – это геометрическая характеристика черной дыры, и нам не важно излучение каких частиц мы рассматриваем. Поэтому мы рассматриваем простейший случай. Следующее предложение мы пренебрегаем моментом черной дыры. Доном Пейджем в 1976 году было показано, что если черная дыра испаряется, то она теряет и момент. Причем момент она теряет быстрее, чем массу. Поэтому на поздних стадиях испарения черные дыры потеряют момент, и наш метод будет применим. И последние два приближения связаны с тем, что мы учитываем рождение виртуальных частиц только рядом с горизонтом черной дыры и считаем время их жизни пренебрежимо мало. Это требование, необходимое для того, чтобы метод работал. И этот метод для метрик определенного вида дает хороший результат. Температуру, выраженную через геометрическую характеристику метрики. Да, первая модель черной дыры, которую мы рассматривали, модель Дель-Черезани. Для нее мы выполнили два счета. Я выполнил расчет относительного изменения массы черной дыры, изначальной массы, равной массы Солнца, за время жизни Вселенной. В космосе не могут образовываться дыры с массой меньше массы, чем ДСК. Это невозможно из-за того, что коллапс будет остановлен внутренними силами давления. Масса, чем ДСК, составляет 1,3 или 1,2 от массы Солнца. Поэтому масса Солнца является наименьшей оценкой для массы черной дыры. А время жизни Вселенной – это, соответственно, верхняя оценка по времени испарения. И нами получено, что испарение ничтожно мало. По порядку совпадает с величиной Бодо, но все же ничтожно мало, и можно пренебречь. Второй расчет, проделанный не мной, другим человеком в нашем коллективе, был посвящен расчету испарения первичных черных дыр. Первичные черные дыры образовывались в ранней Вселенной и могут иметь массы значительно меньше массы, чем ДСК. И черные дыры вот с такой вот массой, в общей теории относительности, к нашему моменту уже должны полностью испариться и испустить большое количество энергии. Расчет в рамках данной модели черной дыры показывает, что масса первичной черной дыры, испаряющейся в наше время, будет другой. Мы проводили расчеты для первичных черных дыр, так как может оказаться, что гамма-всплески, наблюдаемые в космосе, как раз являются последними стадиями испарения черных дыр, когда происходит максимальный выброс энергии. Вторая модель черной дыры, которую мы рассматривали, это модель Абдель-Рахими-Пейджа. И для нее оба расчета, и испарение черных дыр, которые образуются в космосе, и испарение первичных черных дыр, полностью совпадают с общей теорией относительности. И для нее экспериментальные проверки по эффекту испарения невозможны. Вторые эффекты, которые мы рассматривали, были орбитальные. Суть орбитальных эффектов в том, что мы можем свести задачу о движении частицы в искривленном пространстве времени к движению частицы в плоском пространстве времени, но в поле вот такого вот потенциала для такого класса метра.
И мы можем исследовать этот потенциал, чтобы установить свойства орбит и посмотреть, сможем ли мы заметить отклонение орбит в данной нашей модели от общей теории относительности. Для первой модели черной дыры результаты уже были проделаны. Данное исследование уже было проделано, результаты опубликованы. Поэтому мы исследуем только метрику Абдул-Рахим-Пейджа. Потенциал для стандартной черной дыры общей теории относительности имеет вот такой вид. И мы вычисляли первую значащую поправку. И результаты по... Извините. Это нужно, чтобы определить критический момент. Что такое критический момент? Потенциал зависит от момента частицы. Соответственно, при разных значениях момента потенциал имеет разные виды. Когда момент равен критическому, пик потенциала сглаживается, и частицы не могут иметь стабильных орбит. Они проваливаются в черную дыру. И расчеты показывают, что первая значащая поправка к критическому моменту в метрике Абдул-Рахим-Пейджа имеет вот такой вид. Ее отношение к самому критическому моменту, определяющее ту точность, с которой нам нужно производить измерения, по порядку величины совпадает здесь с минус 78, то есть в эксперименте такая точность недостижима, и эту поправку на масштабы Солнечной системы заметить не удастся. Таким образом, вывод. Эффектное испарение черных дыр в модели Рандл-Саундрум-2, космологических черных дыр, которые образуются в космосе в результате коллапса, можно пренебречь в любых моделях. Эффекты испарения первичных черных дыр данной модели могут быть заметны на эксперименте. Орбитальные эффекты на эксперименте заметны быть не могут. И, собственно, литература, и на этом все. Спасибо. Так, пожалуйста, вопросы. Так, вот там говорилось про то, что мы массами излучаемых частиц и спином пренебрегаем. Спином понятно было сказано, что не важно, что получается масса. Ну, во-первых, обычно масса излучаемых частиц элементарных много меньше массы черных дыр. Поэтому они, потому что ну и поэтому тоже. И это второе, вот тут предел центрофугала. Это же, наверное, тоже правда. Насколько я помню, предел центрофугала — это ограничение на массу, что если масса больше его... А, я сказал меньше, кажется, да? Если масса больше предела центрофугала, то вещество не сможет коллапсировать в белый карлик и упадет на само себя, образует черную дыру. А если меньше, то оно образует белый карлик. Еще вопросы? Критерии на черную дыру такого не было. Когда давление гравитационное становится давлением электронного газа. Да. А там потом последует нейтронный газ. Ну, там Бенгеймера Волкова и другие. Но просто, насколько я помню, предел Чандрасекара значительно ниже. Конечно, ниже. Поэтому мы его и использовали. И как предел Чандрасекара, то с Бенгеймером Волкова есть нейтронные звезды, никаких черных дыр еще нет. Еще один вопрос. Вот эти некомпактные измерения, туда можно наблюдать? Может быть, туда уходит что-то? В первом приближении, если мы берем той модуль, то мы считаем, что материя не может туда проникать. Есть модели, в которых она может, имея достаточно большой энергии, уходить с выделенной поверхности и возвращаться в нее. Еще вопросы? Нет вопросов? Так, тогда, пожалуйста, дольше приходите. Я тогда с вашего позволения просто зачитаю. Значит, работа Бориса Николаевича посвящена поиску наблюдательных проявлений новой физики в астрономии и космологии. А на основе самостоятельного изучения оригинальных статей по современным решениям типа черная дыра в моделях с некомпактными дополнительными измерениями Борисом Николаевичем показано, что обнаружение и вычленение этих решений по эффектам Хокингского испарения и орбитальным движением возможно только при существенном увеличении точности наблюдения. Вот. Ну, за время нашей совместной работы Борис Николаевич рекомендовал себя очень хорошо, обладая незаурядными способностями к самостоятельной работе. С самого начала мы контактируем по электронной почте и системам видеоконференции. Несмотря на это, помимо основных учебных дисциплин,
Борис самостоятельно освоил курсы дифференциальной геометрии, общей теории относительности и основы релятивистской квантовой механики. Далее я поставил перед ним задачу разобраться в предложенном Париковым и Вильчиком методе вычисления температуры черных дыр. И как вот, так сказать, когда-то в 30-е годы у Резерфорда студенту ставил первоначальные задачи, и если он приходил, говорил, поставьте мне вторую, Резерфорд его увольнял. Вот так и здесь. Я ставил... Уже уволили? Нет, я как раз об этом сейчас скажу. Я как раз изначально ставилась разобраться, что такое метод испарения черных дыр. Дальше уже, как работать дальше, обсуждалось совместно. Борин давал свои предложения, кстати, очень разумные, поэтому... Значит, задачей Боря справился, модифицировав метод и объединив его с другими подходами. Вот, так сказать, вот фамилии индусов я еще произнести не могу. Что, если вам надо хазы? Да. Вот, когда, значит, выступали, то тут просто, так сказать, там, что попадели, говорили, наших индийских коллег. У нас специально какой-то семинар по произношению этих фамилий. Нет. Так регулярно собираются. Ну да. Вот. Значит, Борис Николаевич сумел объединить значения, получить значение температуры новочернодырных решений модели с некомпактными дополнительными измерениями. Результат изготовлен в печати. Орбитальные эффекты Борис также разбирал самостоятельно. Таким образом, Борис Николаевич является очень хорошо мотивированным, сильным студентом, умеющим выступать в различных аудиториях, от синих физических школ до семинаров по градации космологии памяти Ленина в Гаиш. Ну, действительно, не могу не отметить, что Борис неплохо держался на семинаре, но молодец. На основании вышеизложенного считаю, что дипломная работа Бориса Николаевича заслуживает оценки отличия. Николаевская. Да. И дипломная тоже его тоже. Ну, я тут раз уже запомнился, да. Все время слово дипломная или замечательно. Да, там отрывается. Спасибо. Так, тогда мы вот прошу, уже ясно. Рецензия на работу Бориса Николаевича, видите, вот Никита Сергеевич, Борис Николаевич, там все-таки как случай, а то было бы так, Борис. Хотя в данном случае, кстати, можно было бы вполне. Работа посвящена исследованию объектов типа черных дыр, я не буду все подробно зачитывать. Работа написана ясным профессиональным языком, автор не только овладел необходимыми теоретическими знаниями, но и эффективно ими пользуется. Кроме того, он без сомнения владеет современной библиографией по теме дипломной работы. Результаты являются оригинальными и вполне могут быть представлены для опубликования в отечественных и международных журналах. Конечно, замечание можно отметить следующее. Первое. Есть орфографические и синтаксические ошибки, но их мало. И они не портят впечатление от прочтения текста. Вот я забегаю вперед, могу сказать, что это отзыв ведущего научного сотрудника ГАИШа, доктора Нового Петрова. Я внимательно просматривал работу, вообще ни одной не нашел. О, Петров, да ему хорошо. Второе. Форма метод 9 и 10 есть несоответствие 33-м певцелю. Понял, да, пожалуйста? 33. Было бы правильно, 9 раз увидели часть соответствующей метрики до сферы. Третье. Формуле 50. Производный от координат по собственному времени или удачно взятым скобом. И можно принять аргументы для А и Ф. Без скобок вполне можно обойтись. Перечисленные замечания весьма незначительные. Буду доработать замечательную публикацию за неделю отвечу. Из Петров, доктор, был ведущий дальше сотрудник. Конечно. Ну, тут написано верно. Нет, может быть, не ты, но я читаю 33-й. Так, пожалуйста, замечание. Ответ, Борис. Ну. Ошибки исправим, эти среди коэффициентов. Что же это было, 33-й коэффициент? Я, честно говоря, уже не помню. Ну, все, спасибо. Так, у нас осталось Таня только. Давайте. У нас как раз для нас через 15 минут отсюда выглядит. Вам 15 минут идти, что очень будет. Четко. Органы. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Вашева. Тема моей работы – движение массивных тел, модифицированной галактической теорией гравитации. Целью работы являлось исследование движения массивных тел в данном потенциале.
серия G – это гравитационная постоянная, M1 и M2 – масса взаимодействующих тел, альфа – параметры характеризующие величину силы, и ноль – параметры характеризующие радиус действия силы. При исследовании движения тел в центральных полях возникает чувствительный потенциал. Здесь L – это момент импульса тела, его характерный вид представлен на этом графике, имеется минимум. И при энергиях меньше нуля, при отрицательных энергиях, может быть финитное движение. Траектории тела в таком потенциале выглядят так. Это эллипсы, и наличествует смещение орбиты, так называемая прецессия. Эту прецессию можно вычислить по следующей формуле. Здесь пределы интегрирования – это максимальное и минимальное расстояние движущегося тела золотого центра. Для того, чтобы посчитать, будем рассматривать добавку к Ньютоновскому потенциалу как малую. Раскладывая ее в ряд 3R, деленное на R, много меньше единицы, первый нулевой, первый нулевой вклад. Здесь вот давать третий член разложения. И величина смещения будет выглядеть следующим образом. Здесь delta phi gd – это смещение гелия орбиты в теории лотов. Эпсилон малый параметр, здесь p параметр орбиты, и это не любое. Затем запишем относительную погрешность измерения величины прецессии с двумя выражениями. Все подставим. А здесь delta phi – это экспериментально измеренная величина. Delta phi t – это сумма смещений вкладов, обусловленных атом и добавкой к ньютоновскому потенциалу, который мы посчитали. Раскрывая модуль, мы получаем две границы. Границы, ограничивающие... Получаем границы допустимых значений параметров альфа и R0. Но R0 у нас здесь сидит в альфа. Строим графики и видим. Это верхняя граница. Здесь оба допустимых значения обозначены жёлтым. И нижняя граница. Таким образом, в работе аналитически численно исследованы траектории в потенциале, в обусловленном потенциале. Показано, что траектории прецессивны. Вычислены выводы прецессии и путем сравнения высоты были получены найдены области допустимые значения альфа и гамма. Все, спасибо. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста. Можно ли пару слов сказать про мотивацию гравитационного облака? То есть, почему взят, какой потенциал, зачем он взят? В чем интерес исследовать именно свой потенциал? И что он раньше не был исследован? Этот потенциал как раз интересен тем, что он исследуется. Он получается в пределе решения теории гравитации, ФТ гравитации. То есть, уже его интересен. Дальше. Он был одним из первых использован, вот, в частности, в работе Сандерса 1984 года, он его уже ввел и пытался объяснить с помощью этого потенциала вращение галактики. И с определенными параметрами он лег на эти вращения. Поэтому было интересно исследовать этот потенциал. Еще вопросы? Есть еще? Да, пожалуйста. Орбита прецессивна.
мыслящая орбита Чехова. Орбита, ну, звезды галактики или Чехова. Нет, планеты. Планеты. Все это масштаб Солнечной системы. Это масштаб Солнечной системы, да. Ну, то есть это проверка на уровне Солнечной системы. Да. Придуманного для галактики вот этого потенциала. Да, может, в замечаниях, в лицензии есть такой вопрос? Я могу сказать, что почему мы стали рассматривать этот потенциал в масштабе Солнечной системы? Ну, если предположить, что данный потенциал является каким-то фундаментальным законом природы, он должен выполняться не только, он должен выполняться во всех масштабах, только на определенных масштабах он заметен, на других масштабах нет. Поэтому помещая этот потенциал в Солнечную систему, в этот масштаб, мы ожидали того, что он здесь, ну, не будет заметен. То есть здесь будет играть роль Ньютоновская вот эта роль. Ньютоновская спагана, а не эта. Мы получили противоречие. Более того, вот эти вот параметры, которые были получены с Андерса для его обращения галактик, они легли пошли в область дефицитного значения получения наших вопросов. Нет больше вопросов. Спасибо. Уважаемые коллеги, вы насчитываете вопрос целиком или ограничиваете? Да нет, я думаю, что, конечно, у нас как бы были обычные кольцовки. Общая грамотность и качество оформления работы. Несмотря на отдельные недостатки формулировки основных положений, работа написана в целом грамотно, оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми уголовским работам. Вот. Одно замечание уже, так сказать, частично даже, так сказать, независимо сказала. Замечание один. Работе не повредил бы общий взгляд на возможные виды модифицированного потенциала, выявление места исследуемого потенциала среди других альтернатив. Достаточно обосновано, почему выбран именно этот потенциал, при том, что ссылка на соответствующую работу, с которой как известно, у вас имеется. Второе. В начальной части работы есть ряд спорных утверждений, например, об отсутствии проверок общей теории относительности на космологических масштабах. Контрпримером этого утверждения может служить модель инфляции, подкрепленная результатами точных измерений параметров реликтового излучения. Третье. На мой взгляд, стоило бы более точно определить границы применимости модификации закона Ньютона. Модифицированная ньютоновская динамика предназначена для решения проблем темной материи на уровне галактик. В Солнечной системе предсказаний о том претензий нет. Но опять-таки я сошлюсь на ссылку номер один в вашей работе, а именно работу Турышева. Поэтому корректность поиска модифицированной ньютоновской динамики поправок модифицированной ньютоновской динамики в Солнечной системе требует дополнительного обоснования. Общая оценка. Работа заслуживает оценки отлично. После устранения, так сказать, недочетов рекомендую подготовить ее в виде публикации в астрономическом журнале. Ну, например, если вам решать куда, мне кажется, можно будет. Спасибо. Пожалуйста, ответы на вопросы. Ну, я уже сказала по поводу того, почему мы выбрали этот потенциал, почему мы стали его рассматривать на масштабе Солнечной системы. Что касается незаменимости, да, модификация закона Ньютона, она на галактических масштабах рассматривается, но у нас работа то есть модифицируется строй закон Ньютона, модификация строго закона Ньютона. У нас как таковой модификации строго закона нет, закона Ньютона нет, у нас модифицируется гравитация через потенциал. А, насчет того, что непонятно. Вот про то. Да, я с этим согласна, что это не так. Хотя я
Спасибо. На первый вопрос еще дойдет. Спасибо. Я извиняюсь, у меня немножко такое дело и адаптация, да? Руководитель больше. Ладно, чтобы как бы не задерживать публику, я как бы кратко постараюсь. Татьяна, собственно, рассказала, чем она занималась. На самом деле, конечно же, это такая первая работа через целого ряда там задуманных вещей, да. И, конечно же, там задача ее была отработать методику. Я считаю, что Татьяна работала регулярно, очень старательно и заслуживает акцентов. Спасибо. Спасибо. Так, все у нас закончилось. Так, значит, с магистрами на кафедре заслушаем вас, ребята. Так, значит, у нас осталось 5 минут, даже меньше, 2-3 минуты. Оценки. Значит, вот есть предложение, есть оценки руководителя, оценки рецензента. У нас есть только два расхождения. Вот это Эдуард, там Александр Сергеевич поставил хорошо, руководитель отличный. Отвечал. Да, вот уже Александр Сергеевич уже все. Так что, в принципе, дезавуируйте все еще. Нет, она остается, да. Я тоже думаю, что на самом деле многое зависит от того, как человек здесь рассказывает. Да, вот. Ну и теперь вернемся тогда к Игорю. Там по мечтёрке, да? Вот. Ну, вот моя точка зрения, что Игорь, на самом деле, конечно, растет. Вот вырос с предзащитой, приезжали назад, да, сегодня. Хотя, конечно, там есть и судьбу, и то, что там руководитель отвечал, все это. Но у меня впечатление немножко выше, лично мое впечатление выше, чем на четвёрку. Все-таки он, в общем-то, разобрался и более-менее уверенно отвечал. Какие будут предложения? То есть не отвечу. Ну давайте тогда всем отвечу. Я думаю, я решил уже поставить всех отвечу. Ну что, я просто поздравляю всех ребят с успешным, отличным, вообще говоря, завершением этого четырехлетнего периода. Поблагодарить их за учебу, за службу благодаря. Нас учеба это сложно. Пожелайте успехов и не забывайте нашу кафедру. У некоторых в Москве, в общем-то, жив, текучая, даже свет текучая в Москве. Вот я смотрю, самый свет текучий у нас мозг такой. Но я надеюсь, что даже он, его свет текучий, в общем, как-то не заводит. У нас появляется и все остальные то же самое. Ну и надеюсь, что большая эта часть останется у нас. Продолжать работу. Нам с вами было приятно работать. У нас одна из самых за последние годы, за многие годы одна из общих групп. И нам жалко вообще с вами расставаться. По крайней мере, надеемся, что за большинство будем продолжать эту работу в Министерстве горе. Там объяснят у вас, мы не понимаем. И все, на этом.